коробку заносить им вот эту. Только аккуратней. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А я ваша новая соседка. Доброе утро. А как вас зовут? Доброе утро. Извините, мне пора на работу. А ничего так, мой новый сосед, симпатичный. Да, а вот если бы мне помог, вообще бы красавчик был. Работай давай! Ну что вы тут роняете? Ну что вы все портите и роняете постоянно? Когда вы занесете мои вещи в квартиру? Я себе спину потянул, ой! Нет, конечно, жалко, что вы потянули спину, но кто мне коробки занесет? Нужна помощь? Ну, вы же не бросите слабую женщину в беде? Да, ну, конечно, нет. Мне можно идти? Ну, иди. Только не забывайте, что вы мне обещали. Я никому не скажу ваш новый адрес, даже вашему жениху. Особенно моему жениху. Бывшему жениху. Ну что же, поехали. Вам не тяжело? Да нет, ну что вы. Вы знаете, я каждый день спортом занимаюсь, так что мне не привыкать. Мисс Бюст Биберева 2007? Ну да, я там жила раньше. Теперь собираюсь и в вашем районе выиграть. У вас есть все шансы. Извините. Награждается... Лебедова. Вообще-то меня зовут Ли. Ну, папа увлекался Востоком. А фамилия у меня очень простая – Бидова. Но почему-то, когда я мужчинам представляюсь, они так странно, так живо реагируют. Лебедова. Иван Столетов. Может, ты меня представишь? О, Наденька, познакомься, это наша новая соседка Ли. Лебедова. А это моя жена, Надя. А, очень приятно. Аккуратней, попка моя! Попка, попка. Мисс Попка Мытищи 2002. Это моя первая награда. Я так ею горжусь. Пожалуйста, будьте осторожней с ней. Извините. А вообще-то я застраховала все части своего тела, потому что сейчас это модно. А, ну, я так соберу коробки в квартиру. Спасибо большое. У вас такой добрый, такой отзывчивый муж. Судя по всему, вы не замужем? Нет, как-то не сложилось. Несколько раз дело, конечно, доходило до ЗАГСа, но вот до свадьбы никогда. Успевали передумать? Не успевали расписаться. Один раз Валера приревновал меня к фотографу, другой раз к другому фотографу, а последние три раза доставалось водителю лимузина. А вы пробовали найти другого мужчину? Ну что вы, я вообще-то такая постоянная. Кстати, у вас замечательный муж. Вам нужно за него держаться. Спасибо. Именно это я и собираюсь делать. Ли! Ли! Ли, что с вами? Здравствуйте, Ваня. Добрый вечер. С вами все в порядке? Вы ничего себе не сломали? Надеюсь, что нет. Вот губы. Губы могли поломаться. Губы? Ну, Маприз. Мисс Губа ВДНХ 2005.
Нет, 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 нет. Лежите, лежите. Вам сейчас нельзя вставать. Я вызову скорую. Не надо скорую. Может быть, вы просто окажете мне первую помощь прямо на месте? Да. А какую? Ну, я не знаю, какую помощь оказывают. Я не часто падаю со стремянки. Но, может быть, вы сделаете мне искусственное дыхание рот в рот? Его обычно делают, когда человек без сознания. А вы, по-моему, даже очень в сознании. Ли упала со стремянки. Теоретически она могла потерять сознание. Не беспокойтесь, Наденька. Она ничего не теряла. Но вам, Ваня, огромное спасибо. Ваш муж, Наденька, такой отзывчивый, такой милый. Ну да, не Ашотик, конечно, зато рядом. Ваня, это к тебе. Нет, нет, Надя, я и к вам тоже. Какая честь. Здравствуйте, Ваня. Ли, добрый день. Я пришла поблагодарить вас, на сей раз обоих. Если бы не вы, то моя карьера так бы и закатилась бы раньше времени. Не понимаю, при чем тут мы и ваша карьера? Ну как? Ведь из-за всей этой истории поднялась такая шумиха в прессе, что теперь мои фото в каждой газете. Да уж, мы видели. Да? И как вам? Ну, очень даже. И даже очень. Ой, спасибо большое. А сейчас я еду сниматься для газеты «Криминальные вести». Ну, это, конечно, не глянцевый журнал, но тоже очень ничего. Кто это? Это Валера. А что он здесь делает? Валера едет со мной на фотосессию. Он будет фотографироваться. После всей этой истории ему стыдно возвращаться в спорт. И поэтому он решил попробовать свои силы в модельном бизнесе. Здрасте. Здрасте. Дорогая, может, поедем? Поехали. Спасибо вам большое, Ваня. И вам, Надя. Спасибо. Mm-hmm.